Дорогие друзья, наш музыкальный коллектив, оркестр, не случайно называется «Мастер». Дело в том, что каждый из его участников сам по себе является мастером. И за каждым из участников нашего оркестра, как правило, стоит какой-то музыкальный коллектив. Очень хороший, очень любимый, очень популярный. С некоторыми из них мы вас уже знакомили. А сегодня мы вас хотим познакомить с просто потрясающим квартетом, которым руководит наш любимый саксофонист Роберт Анчепаловский. Это был квартет под управлением Роберта Анчепаловского с улыбкой Чарли Чаплина. Спасибо большое, ребята, вам.